Всем хай, с вами я, Майн, и сегодня, вот вы, вот смотрите, вы прям сразу должны поставить лайк. Почему? Сейчас объясню, подождите, тут, а это можно как-то оформить, подождите, типа, во, а то орёт музыка на максималках. Сейчас объясню, почему вы должны поставить лайк. Дизлайков вообще, в принципе, быть не должно, но вы 100% его поставите. Короче, 49-й левел. И мне не достает совсем чуть-чуть опыта, чтобы получить... А какую медальку? Бронзовую медальку, вроде как, 2021 года, ветеранов стендов 2. Это раз. Два. Я играю на компьютере. Я вам обещал в каком-то ролике по стендову, что я буду теперь его на компьютере снимать. Вот, вот. И третье. Вышло новое обновление стендов 2. Какое, спросите вы меня? 0.15 только... Стоп, что? 0.15.6. А я сказал только 6. Так вот. Сейчас, во-первых, докажу, вот. Ну, это обновление вышло уже давно, да, я снимаю его только сейчас, ну, ребята, у меня как бы 5 рубрик, и они по очереди выходят, так что логично, да? Поэтому, 3 ролика в одном, вот за это чисто луикетс должен быть, так что погнали. Ну, короче, изначально я хочу сказать, что у меня пол голды, 7300 серебра, что в принципе логично. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас как раз-таки будем покупать 5 боксиков. Ну, как в принципе обычно мы чем и занимаемся. Ребят, я думаю, вы все в курсе то, что я продвигаюсь без какого-либо доната в Standoff 2. Ну, так вот. Изначально нужно вообще вам рассказать, какие скинчики появились. 5-7 Tactical, вот это вот появилось. P350 Really и SM1014 Quake. Вот это вот 3 скина, которые у меня появились, и это вообще супер-пупер-мега-топово. Ну что, давайте будем покупать боксики. Какие? Rival, Fable. А давайте вообще осмотрим, что у кого что есть. Давайте Fable. Купим 5 Fable боксов. Все, мы их купили. Вау, капец. И, кстати, я не играл в стендов из-за того, что у меня практически 50-й левел. Я не играл в стендов целый день. Целые сутки, понимаете? Так что... И вообще, в принципе, то, что я играю на компьютере, будьте готовы к тому, что мой скилл немножко понизился. Или, может, даже повысился. Я не знаю. Сейчас мы это и проверим. Открываем первый бокс. Я хочу М4 Lizard. Ага, мне сейчас выпадет Финфал. Короче, открываем. Опа-на! Опа-на! Юспик! Чё? Короче, какой-то юспик. Нормально, мы его 124. А, я уж пить хочу. Применяем и открываем следующие боксики. Вы просто не представляете, насколько сильно я люблю... снимать стендов, что прям вот супер-пупер-мега-эпично. Давайте открываем следующий бокс. Причем это Fable. Это было близко. Это было близко. Я уж думал, неужели нам там так четенько везет. Короче, что я, кстати, новенькое сделал. Я не буду продавать скины видео. Я их буду продавать за кадром, потому что вам на это смотреть 127,4% неинтересно. Ну, и что? Нормально! У нас 2 подряд этот скин. И вообще, сколько он стоит? Ну, нормально. У нас к концу ролика уже будет одна голда. И, кстати, сейчас я коплю на скин на авап. Вот так вот, короче. 100 UMP Pixel V2, нормально, нормально. Вот, подожди, у меня на UMP какое-то говно стоит, да? Вот. Ребята, у нас что-то нормально так мы идем. Открываем последний боксик. Капец. Я понимаю, это анкомонка, это не рарка, поэтому мы это продадим, но весь, вот только ролик начался, уже везет супер-пупер-мега-офигенно. А сколько вообще это стоит? Пол голды, нормально так, нормально. Вау, я чисто в шоке. Короче,
Смотрите, вот прям чуть-чуть осталось. Давайте, новый режим эскалации. Кто не знает, что такое эскалация, сейчас объясню. Вот сейчас и наушники можно одеть. Эскалация. Бомба уже заложена, вот-вот прогремит взрыв. Террористы заняли оборону, специально необходимо прорваться к заряду и обезвречь его. Временно подготовь мне и тактику, придется выстреливать на ходу. Используйте все свои заряжения, за вас уже что-то сделал. Короче, я все слова перепутал. А в данный момент, сейчас объясню, кстати, почему нету звука игры в видео. Ну, это я, наверное, объясню в конце ролика. Возьмем, опа, в смысле? Не понял. Ты там это, Вася, анкомонка меня слепили. Что? Так, минус один, ага, и убили меня далее. Окей, я понял, я вас понял. Ах ты ж гадина тут стоит. Короче, ребят, если бывают какие-то небольшие лаги, не обращайте на это внимания, пожалуйста. Все-таки, бать, что у нас есть? У нас есть хаешка. Что с ней сделаем? Давайте прям сразу туда закинем. И, кстати, я вот что-то не понял. У меня стоит 60 FPS. Когда должно 120? В смысле? А почему? Так, ребят, все, пушим. Нормально. Так, погоди. Ох, ё-моё, ребята, мансим. Так, куда собра... Убил одного. У меня... Все. Нас убила бомба. Я убил одного человека. Вроде, да? Вроде же как одного. Я ж хаешкой никого не уработал. Давайте возьмем дигл. Мой любименький дигл. Сразу говорю, скилл мой немножечко имеет свойство понижаться. Да. Имеется такое. Пойдемте-ка вот через... Кстати, карта провинции, понимаете? За это уже... В смысле? А. О, в смысле? Так, один патрон. Так, ребят, все, нужна перезарядка. Это капец, какая-то дичь. Пушим, короче, пушим на максималках. Не, в смысле? А почему у меня не это? Не диффузилась бомба, я не понял. А что это за прикол? Возьмёте, давайте... МП-7, я не понял, почему у меня бомба не диффузилась, это что такое? Знаете что, ребят, я понял, лучше на компьютере мне не снимать стендов, потому что у меня FPS до 60 падает. А был-то 100... Стоп, там сам чувак, подождите, спиной слепо. Погнали, пошел. Все, ребята, мы диффузим бомбу, let's go, быстрее! Давай. Амир самый ценный игрок за обезвреживание бомбы, чтоб вы понимали, да? Кстати, вообще, в принципе, можно все выкидывать, потому что нам оружки дают, ну, вот как-то вот так. Играю я через BlueStacks, кто не в курсе. Так, короче, кидаем туда хаешку, потому что там сразу люди, я же говорю, там сразу люди. Где? Ох ты ж... Так, вот так вот бывает, быстрее, мне дали эмку, ё-моё, всё, ребята, быстро, мансим, всё белое, меня убили, всё. Что, я говорю, мой скилл понизился, как и FPS, в принципе, что произошло, я так и не понял. Так, Вадик топ, брысь отсюда, может его, вы, хотя его так не выгонишь-то, логично, в принципе. Знаете, что мне не нравится? Я удивляюсь, почему у меня FPS проседает. Я, во-первых, на ультрах играю, все на максималках. И у нас сейчас бэпленд. Это серьезное заявление, что я могу сказать. Ножик берем, быстро бежим максимально. А, вот тут уже сервера лагают, не понял. Так. Ребят, ай, блин, я не успел задиффузить, потому что меня какой-то Just Me... Убил со спины. Ах ты ж гадина такая. Берем калаш ослепый. Я так считаю. Берем калаш ослепый. Посмотрите на мой супер-пупер-мега-офигительный скин. Берем ножик и бежим опять же. И вообще, так. Вот это опасно. Ай, ладно, потом аналитику посмотрю свою же. Так, мы его убили. Быстро. Все, диффузим бомбу. Салам алейкум, Вася. Как дела? Чё там? Все, скидываем калаш, он нам нафиг не нужен. У нас что? У нас слепо была, можем ее кинуть и главное не заслепить самого себя. Амир лучший игрок, это логично. Чё выберем? Калаш?
быстро, аналитику. Мы на первом месте! Нифига себе, нифига. Что у нас, бепленты, да? Мы вам слепу туда дадим. Так, убили одного, убили одного. Так что, ребят, не мой скилл увеличился. Уйди, я буду дер... Стоп, что? Так, убили второго, убили второго. Перезарядка. Тихо, пожалуйста. Да блин! В смысле? Я ж за... Ладно. Баги бывают, баги бывают. Берем, короче, М16. У нас апленд. И мы жестко просираем, понимаете? Мы очень жестко просираем. Что как раз таки должно следовать из немножко другого исследования. Хотя сейчас ФПС вроде под 90, нормально. Вылази. Ага, все, одного убил, одного убил. Ребят, я же говорю, я каждый день в стендов играю. Так что... Пуш! Нет, дайте мне! Ах ты ж вы, гады! Блин! Нифиг, я успел! Красавчики, ребят, все, let's go, let's go! Наша задача победить, но мы уже навряд ли выиграем, но хотя бы постараться можно. Ну, лично мое мнение. Так, берем калаш со смачком. Интересно, дайте поправлю браслетик, почешу глаз и давайте погнали. Бросаем наш смачок. Ну, хотя, в принципе, нормально смог чё-то, а чё нет? Так, убил одного, я убил одного. Остался последний. Все, ребят, мы успели, сейчас будем диффузить. Хотя мы уже, в принципе, диффузим, осталось. Изи катка, сейчас что у нас есть по гранатам? У нас по гранатам даже ничего не было. Бам, Амир лучший игрок, let's go, let's go. Так, берем М16, что? И у нас есть слепо. Пошалим. Пошалим. Слепо вон туда. Бежим. У нас у двоих М16. Остался один чел. Так, ребят, все, я его убил. Все, и опять я диффузю. Опять диффузю я, ребят. Вот это успевать. Это главное. Вот мы скидываем все нафиг. Извините, опять лаги. Стоп, это уже сервер. Это уже сервер. Это уже у меня с FPS стабильно соточка сейчас. Возьмем это. Давайте где-нибудь спрячемся. У нас бепленд. Хотя не. В конце посмотрим, сколько мы киллов сделаем. Сделали. Ты чё? А ты... Да... Сервера не лагайте. О, в смысле? А чё? Террористов же двое было. А как так? А, понял. У него аркана, нифига себе. Нет, я честно, я думаю, террористов двое, а их трое. Кстати, у нас есть шанс посмотреть аналитику. Я на первый день 10 киллов. 7 смертей, 1 помощь. И это... Ребят, короче, нам, чтобы победить, нужно сейчас заточить подряд 3 раунда. Это очень жестко, навряд ли это у нас получится, но мы, по крайней мере, попробуем. Смачок. Даем вот такой вот смачок. Учитесь, ребята. Вот. Вот это смачок реально хороший. Ух ты, блин! Ты что тут делал, Вася? Я обосрался 4,5 раза, а ты откуда тут взялся вообще? Я его просто случайно убил. Наблюдаем за этим, кто это? Сова, он идет. Так, что мы получаем? Вот смотрите, ребята, 50-й левел нам дают. Давай, let's go. Ебой, ебой, все, ребята. Нам подняли уровень 25 серебра. Это нам нужно, это реально полезно. Будьте добры, дом, не материтесь, пожалуйста. Ладно, ребят, выходим. Получаем нашу супер-пупер-мега-офигительную медальку. Ну и думаю, на этом уже можно будет заканчивать. Вот, смотрите, ребят, получить медаль. Я что-то не помню, мне бронзовую должны дать или серебряную? По факту бронзовую. Е, мы полу... Это что за... Ребята... Это, кстати, это анкомонка. Капец. Да, это бронзовая медаль. Смотрите, какая она эпичная. Вот, ребята. За вроде как 3 месяца игры в Stand of 2 я получил бронзовую медальку. И вы за этим проследили. Конечно, очень много игр было сыграно за кадром. Но сам факт, что это возможно. Вот, моя статистика.
Так, стоп. 189 часов игры. Я вот с авапы, с М16, с калашом, с дарабашом, совсем я фигачу на максималках. И вот, кстати, вот, фэнфал. Почему тут написано 8 киллов? 8 убийств. Если я с него тоже довольно-таки хорошо играю. Ну что, ребят, стремимся к серебряной медальке. Это 100% возможно. Я верю в самого себя, да. И вас, что вы меня в этом поддержите. Я пошел продавать скины. И, в принципе, все. А, и теперь я вам должен объяснить, почему нету звука игры в видео. Потому что, смотрите, у меня записывается... Вот если я снимаю на телефоне, звук игры есть. Если я снимаю на компьютере, его нету. Дело... Подождите. Дело в том, что у меня микрофон, ну, не супер мощный. Стоп, как понять, мощный? В нем есть шум. Его я должен обрезать. А в программе в Бандикаме, где я записываю, нету такого, такой функции, чтобы записывалась отдельно дорожка звука игры и отдельно дорожка звука вашего голоса. Такого нету, к сожалению. Поэтому я могу сделать так, чтобы звук игры и звук микрофона накладывались на одну, но тогда я не смогу вырезать шум микрофона. Я уже выбрал себе, кстати, беспроводные наушники, выбрал себе микрофон новый, да. Потрачу я около примерно 1400, в общем, ну, микрофон где-то 2 стоит. Ну, короче, как-то вот так вот. Ну все, ребят, надеюсь, вам понравилось видео, лайк вы уже поставили, подписочку, ну это ваше дело, конечно, оформить, не оформить, но желательно, чтобы оформить. Пишите комментарии, все, я очень радостный, чисто, ребят, я очень радостный. Пока. А, увидимся через 2 дня. Пока.